Ярославка, Алина Загитова! Ура! Встречаем нас бурными аплодисментами! Российского спорта в мире, подтверждение лидирующей позиции России в мировом спорте и за личные высокие достижения, наградить медалью мусульман Российской Федерации за духовное единение, олимпийскую чемпионку 2018 года Загитову Алину Ильназовну. Ура! И подарок от культурно-национальной автономии. Это мы не будем разворачивать, чтобы было легче вести. Это картины Мекка и Медина. Выносите Медину. Я хотел бы тоже, наверное, отметить и вручить вот эту медаль. Эта медаль очень дорогого стоит. И надо отметить то, что эта медаль и приказ о награждении Алины Загитовой медалью – это решение самого лично муфтия шейха Равиль Хазрата Гайнутдина. И лично им подписано. Это на самом деле очень дорогого стоит. Мы Алине желаем достижения новых высот. Мы гордимся ею и надеемся, то, что она себя чувствует частичкой этой великой нации, татарской нации, осознает и понимает, а я ее знаю, в том числе и по мечети, Московской соборной мечети, чувствует себя частичкой мусульманской умы, что, опять же, очень важно. И за это для меня большая честь вручить ей эту медаль. Аплодисменты. Алина, мы гордимся тобой. Это действительно наши бурные аплодисменты. Алине, наши поздравления. Конечно, я желаю Алине новых побед. Удачи. А мы продолжаем. Продолжаем церемонию награждения за значительный вклад в дело развития и укрепления достойного уровня российского спорта в мире, подтверждение лидирующей позиции России в мировом спорте и за личные высокие достижения наградить медалью мусульман Российской Федерации за духовное единение заслуженного тренера России. Тут Тутберидзе Этери Георгиевну под наши аплодисменты. Председатель Совета муфтии в России, муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Дорогая Алина, передай от нас своему тренеру, что мы ее также любим. Потому что если бы не было бы такого хорошего, ответственного тренера, может быть, такие успехи, как сейчас, мы уверены, были бы чуть у тебя позже. Вот ей передайте, пожалуйста, от себя. И у нас очень большая просьба. Много людей пришли только ради того, чтобы ты сказала пару слов. Будь так любезна, если тебе не трудно, заблаговоли, пожалуйста. Еще раз добрый день. Я очень рада присутствовать на таком хорошем празднике. Я очень горжусь тем, что я мусульманка, и не нужно никогда забывать то, что татарская нация очень сильна. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто за меня болел на Олимпийских играх и на протяжении всей моей спортивной карьеры. И я очень рада здесь находиться, и все, что я выиграла, и все, что я заслужила, все награды, это только мне помог Всевышний, тренеры и, конечно же, родители. Рахмат Бекзурвам. Умница! Алиночка, я перед тем, как ты поедешь, едет на тренировку. С одной тренировки мы ее забрали для того, чтобы привести на другую тренировку. Работать, работать и работать. И, как сказала ее мама, главный лозунг — учиться, поститься, работать и ждать. Алиночка, прежде чем ты пойдешь, ты услышишь сейчас те чувства, которые мы испытываем. Поприветствуем, пожалуйста! Алина Загитова, олимпийская чемпионка наша. Умастарни, Алина. Спасибо огромное. Мы провожаем Алину.
у нас еще награждение?